Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Huawei P40 Pro, это другое устройство Huawei. Сейчас я покажу, как с другого устройства Huawei, также просто как с другого телефона, перекинуть все данные, все приложения, музыку, контакты на новое устройство. То есть это старый Huawei, это новый. В принципе, все должно быть понятно. Итак, на телефонах Huawei есть встроенное приложение, которое называется Clonit. Давайте откроем его. Так, и Search, так, разрешим ему все. Phone Clone. Простите, не Clonit, а Phone Clone. Ну, вот так называется встроенное приложение. Нажимаем «Принимаем». И также на старом телефоне Huawei тоже ищем приложение Phone Clone. Нажимаем «Принимаем». После этого на старом телефоне нажимаем, что это старый телефон, на новом нажимаем, что это новый телефон. Разрешаем все на новом телефоне. И также на старом телефоне нажимаем «Настройки», разрешаем доступ к геопозиции, нажимаем «Новый телефон» и также разрешаем все. Кое-что не разрешил, конечно. Это печально. Если вы что-то вдруг не разрешили, тогда заходите, нажимаете на права и разрешаете то, что случайно вдруг могли не разрешить. Вот, после этого вы выбираете тип старого устройства. Старое устройство – это Huawei. Ой, простите, на этом нужно было выбрать, что это старое устройство. Разрешаем им все. Вот. То есть тут мы выбираем, что это старое устройство, тут мы выбираем, что это новое устройство. Старым устройством берем и в квадратик помещаем вот этот вот QR-код. Видите, вот таким вот образом. Он его сосканировал, и сейчас идет подключение. Если подключение автоматически не происходит, увеличивайте звук на старом телефоне, делайте так, чтобы телефон друг друга услышали. Если вдруг этого не происходит, выходим и делаем заново. Нажимаем, что это старое устройство. Сканируем еще раз. Это не обязательно должно сработать сразу. Возможно, проблемы с телефоном Huawei новым, конечно же, это тоже бывает. То есть, что происходит, объясняю. Старое устройство подключается к новому при помощи ультразвука, который он излучает. Эта система, как вы видите, работает не всегда. Итак, новое, старое. Старое устройство Huawei. Перебрасываем данные с помощью QR-кода. Вот, нужно было на этом телефоне тоже увеличить звук на максимум, потому что если телефон не издает звук, значит, при большом сожалению, они друг друга не смогут услышать. Они должны друг друга услышать, и тогда на старом телефоне начинаете выбирать, что скинуть. У меня нет ни сообщений, ни данных диктофона музыки, поэтому я выбираю контакт. Есть какой-то один контакт, галерея, можете потом посмотреть, что там в галерее было. Настройки системы — полезная вещь, только я сейчас этого делать не буду, потому что не хочу, чтобы они перемешались. И приложения и данные. Вы выбираете, какие приложения скинуть, а какие нет. Вам пусть скинется Bundle, Office, ну пускай Snapchat, Tinder, транслятор, почта, ВП. Окей, нажимаем перенос. И сейчас начинается перенос данных. Проводится это нереально быстро. По соединению Wi-Fi, они между собой соединены. Если вы посмотрите, к чему подключено устройство, получается, этот телефон, он только что раздавал сеть Wi-Fi, этот ее был к нему подключен, но уже успел переподключиться. Все, после того, как старый телефон отправил все данные, этот телефон все уже автоматически установил, выходите на рабочий стол и видите новое установленное приложение. Вот, в принципе, и все. Если у вас старое устройство было не Huawei, а просто Android телефон, тогда, в принципе, вы делаете абсолютно то же самое, но не до конца. Вы нажимаете, что это новое устройство, а приложение Phone Clone качаете с Play Market. Если у вас прошлое устройство не Huawei, значит, Play Market у вас, скорее всего, есть. Ну вот, в принципе, ребята, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если это видео было полезно.
оставьте комментарий со словами о том, что это было полезно для вас. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.